Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале BitTrader. Итак, в этом небольшом ролике я вообще хочу поделиться с вами своими ближайшими планами, ну и вообще планами на развитие канала в дальнейшем. Итак, как вы знаете, я увлечен сейчас подготовкой к мотопутешествию, но это мотопутешествие я хочу сделать налегке, то есть я планирую весной, может быть, летом, в начале лета, ну, плюс-минус, может быть, май, вот эти месяцы, может, месяц до, месяц позже, ну, вот где-то так, поездку по Скандинавии, то есть я хочу прокатиться, скажем так, по Швеции, возможно, доехать до Нордкапа, и потом уже по побережью, то есть по Норвегии уже вернуться назад домой. То есть трип планируется на несколько тысяч километров, и все это я хочу сделать именно с ультралегкой снарягой. То есть я сейчас заказал себе кое-какие девайсы, то есть я себе заказал ультралегкую трекинговую палатку, которая весит там меньше килограмма, 850 грамм. В общем, заказал там кое-еще какие, ну много чего заказал, и все это будет ультра-супер-пупер легкое. То есть там реально будет считаться каждый грамм. И я так подумал, ребята, а не сделать ли мне фишку канала именно мотолегкоход? То есть, обычно в классическом понимании все мотопутешественники, это, ну как, это обычно какой-нибудь там турэндуро, куча огромных кофров, в которых куча всякого барахла. И я так подумал, а действительно, есть ли в этом необходимость вести с собой кучу барахла, когда есть, скажем, снаряга, та же самая по функционалу, и намного легче, и при этом не в ущерб комфорту. Комфорту, да. Скажем, есть, допустим, горелки, есть большие примусы, и многие путешественники на мото возят эти большие примусы, ну, так как кофры позволяют и все такое. А есть горелки, допустим, титановые, ультралегкие горелки, которые весят всего 25 грамм. То есть, допустим, или вы везете горелку, там, которая весит 200 грамм, или 25, то есть разница офигенная. Поэтому вести с собой 20-30 килограмм, есть ли в этом необходимость? Вот на эти вопросы я хочу как бы отвечать на своем канале. То есть дальнейшее развитие канала планируется вот именно развитие мототусовки, скажем, мотолегкоходства. То есть это как бы полноценные дальники, но без кофров. То есть моя цель — уместить всю снарягу в рюкзак. И я думаю, у меня получится. Поэтому мне бы хотелось просто, опять же, узнать ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Просто мотолегкоходство как класса еще вообще нету. То есть ниша абсолютно свободная. Просто мне вот интересно знать мнение своих подписчиков, что вы думаете по этому поводу. Как вам вообще, интересна данная тематика или не стоит? В общем, как-то так, друзья. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, если еще не подписаны. Ладно, ребята, спасибо за просмотр, спасибо, что уделили время этому маленькому ролику. Ну, до новых встреч.